klīkāļiem arī man daudz ir vispār pa klīkāļiem ir. Там есть это тоже в Кликуле музей бытовой музей. 74 году здесь есть. Так что можно. Очень пилцкали один ищем. Реку ир Кликалю вецти цивнеку базнице света те кадрес бисе. Какой? Базница. Да, а это. Здесь было когда-то. В 74-м году, наверное. Это как видно, это или как? Клика базница света. Это место, где здесь, была когда-то. Здесь место было? Да, вестицивная базница. Это информация, я вот сделаю. Это такая информация для нас, это ну, клад, в принципе. Эти все фото... Я не знаю, вы можете там Ну, потому что мы можем не перекопировать, я не знаю, вы можете или нет. Ну, надо будет, наверное, как и все, как и у нас, мы это копию, когда делаем, написаем этот, где, от кого это, но, ага. Но это ссылка от какого источника. Ну, это, если надо. Вы не можете, тогда пишите мне, я вам помогу как-то. Я вам адрес дам. Свой. Хорошо очень. Варат ракстит уз... Варбут спад перкстит, ше? Адрес свой. Я. Так, манер Библ. Вадаксте. Вадаксте. Тад ир тас эта. Это Saldus. LV. Это мой адрес интернет. Я библ. Пункт. Вадаксте без это Saldus. LV. Это мой адрес. И вы оставляете свою, чтобы я это ваша адрес. Так что. Рассмотрим. И это все 1000 фотографий здесь есть уже все. Да, его... здесь все. Все его фотографии. Да, все. Меклет, рекви вардинш, меклет, я искать, меклет. Я. Вот здесь нос пежет, и можем в егерее написать. Можем в егерее написать. Я. Ну, вот он тогда. Может написать, ну, написать я... как это идет. Пастисмис, вернее, ну, как поведер. Veģere. Ko es te uzrakstīju? Veģere. Meklēt. Nekas nav atrasts. Ir gan. Veģere, reku. 90. Gadā. Veģere. Izstāde Veģere kaut kā. Eta nada. 20. Gadus. Votrīgu štā. 30. Gadu u vas možno napisēt. 3 апреля он это сделал. Ну, или это не так Важно. Другой, да, это другой 20-й год, что там так, про Вегерея. Посмотрим. 30-й год, вот, да, этот. Истада. Какая-то. Венкаш. Угу. Я библиотекарь, да. Я, ну, только 10-й год, когда, ну, как я работаю здесь, но до меня была, она в пенсию ушла, она всю жизнь здесь работала. Как ее имя? Дворище, Алина была такая. Ну, она и тоже, она с Жанисом Скудерсом много вместе сделала, и там, да. Все. Это, и Туза Инта такая тоже учительница была, потом музей работала, она тоже с Жанисом Скудером вместе там все это писали и делали, и